Итак, всем привет, с вами канал Turbo Gaming, и это уже 22-й выпуск нашего дневника по ПВ. И сегодня я сейчас наберу пати и пойду в 79-й данж по знакам. Вы его уже видели, я туда ходил на фаст. Вот это накидка за фаст. Ладно, сейчас наберу пати и мы продолжим. Итак, я подготовился, набрал пати, купил два вина, для 79-го это вино бессмертных, и у меня есть скилл скорость эльфа. Это скилл на 79-й, я его вытаскивал за идеальные призы. Сейчас я вам покажу. Сейчас тпшусь. Так, сейчас вино ставим. Значит, вообще нам дают тут два знака, а боссов тут четыре. Для того, чтобы получить остальные, нужно взять вызов, квест, планы мщения, брать у НПСа, у которого мы и брали знаки обычные. Вот, остаются все-таки мобы, но их совсем немного. Бежим. Так. Посмотрим, что я набрал. Так, сколько хп? 11к на 91-м левеле. Что-то как-то маловато у него. Потом. А, стоп, он на двух, по-моему. Да, он на двух. Все нормально у него. Потом. Син 94-й. Маг 99-й. Сейчас. Маг такой неплохой. 101 прист и 91 приста. Первое нам, по-моему, надо мечника. Если честно, я не помню, кого-то надо первым убивать. Точнее, как бы их переназывали по 500 тысяч раз. И поэтому я не помню их названия. Так, посмотрим, сколько там хп. 15 тысяч, нормально. Фастом. 21 выпуск уже на канале. И 20 тоже. Делаю без вина ТТГ. Ну, это в подкасте все. Просто многие до сих пор спрашивают. Почему, кстати, еще выпуски такие короткие, многие спрашивали, но ну, они не настолько уж и короткие. От 8 до 14 минут, вот средние 3 выпуска. И еще просто поймите, снимать сейчас действительно нечего. Вот апнул 79-й, хоть что-то. Сейчас как раз по хрону, по уважухе, по знакам, по всему, короче, сейчас пройду 79-й и все. Вот наш первый босс-мечник. Все правильно сказал. Сейчас подождем, пока все остальные подбегут. Или прист уже. Нет. Сразу пол хп присту. Что у него за шмот? 90-й какой-то. Что это вообще за шмот? Такой ни разу такого не видел, если честно. Ну ладно. Убиваем первого босса. Если ходить по еже, достаточно, по-моему, самая легкая ежа, которая есть. Макрайски. Это уже достаточно редко. Редкий случай. Макрайски. Ну да ладно. Давно его, конечно, не видел, райских магов. Раньше у них был баг с этим, с водяным драконом, это 59-й скилл у мага, он, его нам можно было отменить, и больше, по-моему, 100% крит вылетал. Но это было еще на версии 1.3.6, ну или выше, я не помню, на какой это была версия. Мне решил приз пробафать. Не
неплохо сегодня сходил в Вов, апнул 79 и еще 15% у меня есть. Что там выпало? Опять монетки. Мне всегда везло на лут, если честно. В кавычках. Вот как я раскидываю статы, можете посмотреть. Там, кстати, силу луком надо делать, ну и сином, и луком, а силу делать под шлем. Ну, короче, где больше всего требует силы из вашего финал шмота, вот под нее надо подделывать. Убиваем оба. Вчера забыл починить две шмотки, но ладно. У меня уже привычка смотреть всех шмот, не знаю почему. Ладно, сейчас мы добежим до следующего босса и продолжим. Вот, я, значит, подхожу ко второму боссу, это бандит Бородаич. Сейчас поставлю знак, тут аккуратно, чтобы не нагреть моба. Вот этот Бородаич. На фасте, кстати, если под него не набить 20 мобов, по-моему, то бьет он достаточно больно. Ну, так мы сейчас с вином. Ему ничего не надо набивать, и он бьет. Он не усиляет его ничего. То есть моб нагрелся на меня. Да, на меня он нагрелся. Отойду на всякий случай. Его начали бить, это он бы меня убил. Все, быстро его убили, этого моба. Продолжаем бить Бородыча. Кстати, все забываю замаксить ярость на Джене. Вот у меня какой Джен. Также я ему как раз кидаю статы, посмотрите, он у меня будет инт кон, то есть интеллект и выносливость, что... А, кстати, напомню, сила, значит, повышает, да, хорошо, сила повышает эффективность некоторых скиллов, ловкость тоже, а тут, кстати, на каждом скилле написано, вот, сейчас, влияние ловкости, вон внизу зелененьким, тут тоже ловкость, и тут ловкость, значит, выносливость повышает нам... Одна единица выносливости увеличивает максимальный показатель энергии на 1. То есть начальный, по-моему, 135, а у меня уже 174. Вот, потому что 74 выносливость. И 54 интеллекта. Интеллект повышает как бы восстановление вот этой силы. Так. Побежали сдавать еще один квест. Ладно, сейчас, значит, сдам квест, получу дополнительные знаки и добегу к следующему боссу, и мы продолжим. Кстати, вот этот НПС, у которого брать знаки, забыл его показать вам, вот он. Знак 7 пират, вот еще дополнительные получил. Сейчас они у меня появятся, знаки, еще два. Все. А, нет, один почему-то. Ну ладно, это не беда. Ладно, все, я побежал, и сейчас добегу, и мы продолжим. Значит, я уже подхожу к линию. Как я понял, вот опять же это квест вызов. Если я сейчас убью Линь Льюня, мне дадут это еще один знак, потому что мне дали лишь один. Сейчас проверим. Я обычно ходил по двум знакам, просто они никому раньше не нужны были.
Ну, то есть просто я ходил в начале серверов спать, и где только им поезжу. Обычно это было так. Так, значит, кого не вытянули. Ленивый, все правильно. Так, все, бьем. Босс тут достаточно легкий. Очень, я бы сказал, легкий для пати 90 с плюсом. Тут, в принципе, вообще это не проблема. Ой. А нет, на мага. Я думал уже на меня, я думал, я настолько хард. Коллекционирую я приказы. Мне остался один на 88 голд пуху. Арбалет на 0.10 паузы. Вот моя скорость атаки. 0.10 паузы и, по-моему, две дальки. Арбалет. До 88 левела, я так думаю, буду ходить с этим луком. Единорог. Скиллы мои. Кстати, я их уже так более-менее замаксил. Вот вы можете их видеть. Мы добили Линью, ничего с него выпало. Ни одной формы, как обычно. Ну ладно, пойду, значит, сдам. Сейчас. Ладно, сейчас создам, и мы продолжим. Итак, мне не дали знак. Мне дали вверх легкий доспех Линьюня, который мне вообще не нужен, в принципе. Ну ладно. Моя пати притащила пирата, то, что мне нужен, я попросил. Сейчас я его убью. Точнее, мы убьем. Не помню, нужно там копать или нет. Ну, сейчас посмотрим. У меня уже 1353 репутации. Добиваем сейчас его уже. Достаточно скучный проход этого данжа. Почти уже. Быстрее, давай. Третья чи. На 89-м она у меня тоже будет. Я так подумал, я пойду в ад. Мне луком больше ад нравится. Хоть и райскими я тоже играл. Поблагодарим пати. О, форма. Блин, танку досталось. О, еще одна форма. И одна ему досталась. Две формы ему досталось. Ну ладно. Ладно. Пусть хоть так. Ай, ладно, продам. Собираю лут и продам потом. Может, что тут и будет нормально. Ладно. Сейчас, значит, пойду сдам квест, посмотрю, что он делает дальше и продолжим.
Блин, я запутался совсем в своих квестах, прилетел куда-то не туда. На самом деле мне надо было вскопать там череп его. Это по уважению, по хрону вроде бы уже прошел. Как я понимаю, вот это хрон, просто уже запутался в них окончательно. Да, это хрона, это уважение. Надеюсь, данж не обновился, сейчас я туда тпшнусь и мы продолжим. Нет, все отлично, ничего не обновилось. Ладно, сейчас я добегу в самый конец, где мне нужно вскопать. Думаю, вам смотреть, как я бегу. Не очень весело. Что-то я сегодня вообще туплю. Ладно, сейчас я добегу и продолжу. Да, что-то я прибежал и не могу вскопать. Что-то я не пойму, что происходит. Бейте капитана пиратов в пещере. После доложить стоп. Ну так я его убил, капитан пиратов. Угу. Что-то не очень пойму. Ладно, сейчас посмотрю в интернете и продолжу. Так. Ну, вроде посмотрел в интернете, сделал все вроде правильно. Но почему я не могу вскопать столб, это уже совсем другая история. Кажется, я сегодня не выучу 79-й скилл. Капитан пирата в пещере драгоценности. Ну, все правильно, убил его. Угу. Ладно. Сейчас пойду сдам хрона и продолжу в таком случае. Так, такое было у многих, я посмотрел в клане, точнее спросил в клане. Угу. Мне еще нужны ВКСы. То есть мне нужно еще ВКСы по хрона сходить. Змея и барабан. Это, по-моему... По-моему, это 80... Фу, 68-е иксы, насколько я помню. Ну ладно. Это я уже сейчас не буду выполнять. Ну ладно, думаю, на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.